Еще одно ДТП в Гомеле, на этот раз с автомобилем и мотоциклом. Причина – нарушение ПДД, а именно – непредоставление водителям машины преимущества в движении. В результате пострадал несовершеннолетний мотоциклист. Водитель автомобиля «Джили» двигался по улице Советской со стороны улицы Чангарской дивизии. В нарушение требований дорожного знака, а также разметки, совершил поворот налево, в результате чего произошло столкновение с мотоциклистом, 17-летним молодым человеком, который двигался в прямолинейном направлении. С травмами молодой человек был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка.